Сегодня рассказываю о результатах чемпионата Англии. В 23-м туре проиграла два гранда. Эвертон, Тоттенхэм 2-2. Напомню, что в первом круге в декабре месяце Тоттенхэм победил 2-1. Ришарлисон забил два мяча в ворота бывшей команды. А одну очку для Эвертона принес гол Брент Уэйта на 94-й минуте. Манчестер Юнайтед разгромил и обошел в таблице конкурента Вест Хэм 3-0. В первом круге победу одержали малтобойцы 2-0. Испанец Алехандро Гарначо сделал дубль, а коллега Расмус Хёйлунд отмечается в 4-м туре АПЛ к ряду. Челси проиграл Вулверхэмптону 2-4. В первом круге волки также победили, но со счетом 2-1. Отмечаем бразильского нападающего Матеуса Кунью, оформившего хет-трик в этой игре. Арсенал в центральном матче играл лучше и нанес поражение Ливерпулю 3-1. Вспоминаем, что 7 января в кубке между этими командами Ливерпуль выиграл 2-0, а в конце декабря в рамках 18-го тура клубы закончили в ничью 1-1. За победителей отметились Сака, Мартинелли и в добавленное время Троссард. 5 февраля закрывают программу тура Брентфорд и Манчестер Сити. Переходим к другим результатам. Ньюкасл, Лутон Таун 4-4, Бёрли Фулхэм 2-2, Брайтон Кристал Пэлас 4-1, Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0-5, Борнмут Ноттингем 1-1. Расписание 23-го тура. Манчестер Сити Эвертон, Тоттенхэм Брайтон, Ливерпуль Бёрли сыграют 10 февраля. Вест Хэм Арсенал, Астон Вилла Манчестер Юнайтед пройдут встречу 11 февраля. 12 февраля Кристал Пэлас закроет тур с Челси. Список лучших бомбардиров и ассистентов АПЛ. Салах, Холланд и Соланки забили по 14 голов. Оли Откинс имеет 10 передач. Вашему вниманию таблица Англии. Арсенал на 2 очка сокращая дистанцию от лидера Ливерпуля. Манчестер Сити и Астон Вилла имеют по 46 очков. У 5-го Тоттенхэма становится 44, у 6-го Манчестера Юнайтед 38. В первую десятку входит Вест Хэм, Брайтон, Ньюкасл, Вулверхэмптон. Челси на 11-м месте 31 очко. Худшими клубами на данный момент являются Эвертон 19 очков, Бёрли 13, Шеффилд Юнайтед 10. Рекомендую выпуск «Кто вышел в 1/2 Кубка Азии». Подписывайтесь на наш Телеграм и другие платформы. Услышимся на спортивном!